Лоскутная вышивка, фигурки из бисера и другие необычные изделия. В доме с ангелом открылась выставка «Сердцем и руками». Декоративные работы представлены мастерами прикладного искусства. Авторы и члены общества инвалидов Киевского района с удовольствием делятся яркими цветами с детками в отделении арт-терапии. Какие диковинки ждут гостей, знает Александр Кац. В отделении арт-терапии детского реабилитационного центра открылась выставка необычного прикладного искусства. Арт-реабилитация сердцем и руками. Работы, представленные на выставке, результат кропотливого труда и полной отдачи любимому делу. У детей еще более яркое восприятие. Они не видят какого-то там второго, третьего плана, они не занимаются скутовическими какими-то раскладками. Они верят напрямую. Гармонию и красоту напрямую. Авторы работ – члены общества инвалидов Киевского района. Они пришли поделиться с детками своим видением прекрасного. Занимаются прикладным искусством уже давно. Кого-то вдохновляет сосредоточенное уединение, кого-то – природа. Кропотливо надо перелопатить кучу лоскутиков. Вот оно в ящике, вот оно лежит. А то, чтобы оно к этому подошло, это все надо поднять, перелопатить, приложить и посоветоваться сама с собой. Подходит, не подходит, подходит, не подходит. Увлекающее творчество и успокаивающее творчество. Ну, можно, как говорится, увидеть в этом, посмотришь на часть природы, и ты берешь, учишься у природы, как это все возникающее. Ну, то есть посмотрел на богомола, то увидел богомола. Хочется его сделать. Арт-терапевты уверяют, это настоящая реабилитация искусством. Выставка продлится 2 недели и будет открыта для всех желающих по будням. Александр Кац, Евгений Руденко, 7 канал.